Друзья, всем привет! Буквально недавно я выложил стихотворение, которое называется «Все люди разные», где в комментариях мелким шрифтом написал, что если оно соберет больше 100 лайков, то я сделаю видео стих. Ребята, сегодня это произошло! Сотая была девушка, которая потом сразу написала «Время пришло». Итак, все люди разные. Все люди разные. Кто-то совсем не силен в математике, кто-то всю жизнь посвящает гимнастике, кто-то рождается с чувством величия, а есть хамоватые, да неприличия. Все люди разные. Кто-то технический гений науки, кто-то страдает вдали от разлуки, кто-то поймет тебя с полуслова, а кто-то дурак. Или тупоголовый. Все люди разные. Разные взгляды на солнечный блик. Разные расы, разный язык. Цвет нашей кожи и цвет наших глаз. Разные всем и не всем на показ. Все люди разные. Есть и печальные люди на свете. Есть кто не видит с рождения в цвете. Есть кто не видел счастливого детства, а есть кто живет с прислугою с детства. Все люди разные, умные, глупые, скромные, важные, гордые, страстные, трусы, отважные. Все люди разные. Кто-то полюбит тебя до безумия, а кто-то живет о проблемах, не думая. И порой тяжело это все принять, переосмыслить и поменять. Кто-то от этого сходит с ума, кто-то живет алкоголь, наркота. Все люди разные. Есть кто не ладит с чужими, с родными. Даже и родные бывают чужими. Кто-то чужой вдруг становится близким, кто-то живет под напором садистским. Все люди разные. Есть кто всегда, каждый день обещает. Есть те, кто молча идет и решает. Кто-то от горя теряет смысл чувств. Кто-то сгорает от злости и буйств. Все люди разные. Нужно понять, ничего не изменишь. Мысли свои на чужие не сменишь. Есть здравый выход, меняй ты себя. Значимый станет в тот миг бегкотня. Все люди разные, станут важнее свои интересы. Мимо пройдут возмущения и стрессы. Хобби вдруг станет важнее работы. А если, конечно, хобби не хобби работать. Все люди разные, я это понял и несу тяжко бремя. Поймут остальные, покажет лишь время. Всем спасибо, намасте.